сейчас я вам покажу немножко океан. И повернула себя, видела. Можно так написать. Видно ли меня правильно? Не знаю, первый раз так записываю видео как бы кверх тормашкой. Сегодня мы приехали в Санта-Крус. Сегодня 4 февраля. Мы планировали сегодня день, что мы будем... день проведем с братом моего мужа и с его женой. Кто видел мое ранешнее видео, что я говорила, что она болеет. Вот. И у нее была... Это получается, как бы брата, его брата, жена, мне она тоже родственница же приходится. Вот, и мы собирались сегодня встретиться, и до этого мы ездили к ним, они готовили, она хоть и болела, но она готовила такой хороший обед для нас, ланч, там все такое было. Мы хорошо время провели, потом договорились им, в общем, раз человек болеет, им к нам ездить как бы не так легко. И я говорю, давайте, я приготовлю что-нибудь, и приедем, и посидим. Вот, и мы собирались это сделать, мы собирались на той неделе. Что-то не случилось, и потом на этой неделе договорились, и на этой неделе мы уже собрались ехать, и муж ее говорит, что они каждую неделю ходит, проверяется и все. И в этот раз опять сказали, что у нее повторно все эти раковые клетки опять возбудились. Хоть она без конца проходила терапию. Вот. И они хотели отменить наше мероприятие, но я говорю, я все равно приготовлю. Раз я наметила, я хотела их угостить. В общем, я приготовила плов, но я взяла говядину и взяла рис, называется ургенчный рис. Я всегда думала, этот коричневый такой рис, что он узбекский, а он оказался на поверку киргизским рисом. Он такой коричневый, чуть длиннее, чем акмаржан. Вот. Очень вкусный рис. Он очень дорогой был в наших краях. Его редко выставляли на продажу. Но здесь его сын мне откуда-то нашел. И он без конца меня снабжает. Очень нас, за что я ему очень благодарна. Рис обалденно вкусный. Единственное, только его надо на 3 раза проверять. Как его звать? Камушки. Вот. Ну вот, я приготовила рис, приготовила плов, а я его весь казан укутала этим алюминием, фольгой. Потом положила, у нас такая сумка была, которую нам привозили еду на заказ, когда мы заказываем, заставка еды. Она тоже вся как сделана, как типа холодильника. И я укутала своей, еще куртка у меня есть такая большая. Не вот эта вот, в которой я сижу, а другая. И укутала, в общем, привезли. Брат его открыл нам дверь, а сноха даже не смогла выйти, потому что он болеет, человек конкретно. Вот такие у нас новости. В общем, человек уже, получается, 5-й год болеет, потому что мы уже 3 года здесь живем, в Орви, и год... Мы когда еще жили в Кэмпбелле, уже мы знали, что она болеет. В общем, уже 5-й год однозначно прошло, если не 5 лет. Вот, человек очень борется, она очень стойкая, очень такая... молодец она, и я очень хочу пожелать ей реального выздоровления. Сейчас, когда привезла, спросила у мужа, у ее мужа, а она ест еще еду? То он говорит, да, она ест. Я говорю, я очень рада, что она тоже поест. Ее зовут Катя. Ну, по-английски они немножко по-другому говорят. А мне разрешили ее звать просто Катя. Вот. И
те, кто из вас смотрит это видео, кто умеет молиться, помолитесь, пожалуйста, за нее. Катя. Вот. За ее выздоровление. Всем моим гостям моего канала желаю быть здоровыми и чтобы ваши близкие, родные тоже никогда не болели. Все, всем пока-пока. Покажу вам коротенько мужа моего.